Я нашел самые длинные тоннели в Майнкрафте. Всем привет, ребят, с вами я, Зомбак. Сегодня посмотрим на новые разноцветные тоннели. Смотрите, персонажи здесь какие. Это Маршал Экзис. Это Щенячьего Патруля. Стингер. Это у нас Миньончик. Майки. Ванесса Аниматроник. Да, офицер Ванесса. Это Хаги Ваги и Спикер Вумен. Ну что ж, давайте начинать. Я думаю, что всех персонажей сегодня встретим и увидим. А мы отправляемся в самый маленький тоннель к Маршалу. Не забудьте поставить лайк, подписаться. Погнали! Ого, смотрите, это же Маршал, приветик! О, привет, Зомбак! Да, мне нужно спасти моего друга Гонщика. Эти Соник Тейпсы похитили его и держат заточение. Нужно его вытаскивать. Да, конечно, Маршал, я тебе помогу. Вы посмотрите, тут гигантский синий, розовый, желтый Соник Тейпс. Ух, ладно, мы их одолеем. Давай вместе, Маршал. Так, возьмем водичку. Еще вот эту тоже. Пойдем со мной, мы сейчас всех победим. Так, пошли, не бойся, мы с тобой вместе сейчас всех одолеем, уничтожим. Так, надо... Ага, а как здесь воду разливать? Вот так, что ли? Во, все, мы можем водичкой разлить. Пошли, Маршал, сейчас мы их уничтожим. Ну, получай, Соник Тейпс, вот так тебе. Так, слушайте, о, получилось, мы его одолели. А я могу вот здесь проломить и отсюда пройти? О, отлично, Маршал, пошли. Мы спасем Гонщика, не переживай. Вон он, друзья, там что-то горит. Да, Гонщика поймали. Его надо срочно вытаскивать. Так, закидываем сюда водой. Давайте вот так разольем и потом вот так закидаем. Отлично, сейчас все потушим. Так, пошли, Маршал. Так, надо сперва победить вот этого гигантского желтого Соника. Это что за чудовище ужасное? Ха-ха, уйди отсюда. Так, Маршал, пошли. Не бойся, проходи дальше. Так, осталось еще розового гигантского монстра победить. Я предлагаю... А, воду я потратил. Давайте водичку возьмем. И вот сюда водой зальем. Вот так все. О, отлично! Смотрите, теперь эта вся вода уйдет, и мы сможем здесь просто спокойно ходить. Маршал, ты что там застрял? Давай, идем, пошли. Нам же надо Гонщика спасать еще. Так, проходим отсюда. На тебе, получай, монстряга, вот так. Ой, аккуратно, ха-ха, отлично. Маршал, ты через забор перелезать не умеешь, что ли? Пойдем. Вот, здесь у нас Гонщик, смотри, надо его вытаскивать. Мы сейчас водой зальем. Что? Этот огонь не тушится, ребята. Ладно, мы тогда просто Гонщика оттуда вытащим. Все, вот. Гонщик, Маршал, вы спасены. Ура, спасибо, Зомбак. Ты пришел за мной, ко мне на помощь, что ли? Конечно, меня Маршал попросил тебе помочь. Мы тут весь огонь потушили и спасли тебя от этих монстров. Ладно, давайте, удачи вам. Я отправляюсь дальше в портал. Ой, как много тут миньонов и какой-то гигантский миньон-мутант. Привет, Зомбак. Быстрее, идем сюда! Этот монстр поймал наших друзей-миньонов и посадил их в золотые коробки! Надо их спасать! Конечно, ладно, я помогу вам, ребята! Надо помочь миньонам, вытащить их оттуда! Только сперва, наверное, уничтожим вот этого гигантского мутанта! Вы посмотрите! У него глаза красные, он огромный качок! Вот, а, что за сундук? Ты сюда что-то спрятал, да? Ну тут надо, ребят, ключ. У меня ключа-то нету. Ладно, мы его найдем обязательно. А-а-а, уйди отсюда, мутант, не ешь меня. Так, ребят, ну он реально огромный и страшный мне уже. Я не знаю, как его одолеть. Я его бью-бью, он какой-то бессмертный. Мы сейчас его попробуем мечом. Да, получилось. Отлично. Теперь надо как-то вот... Ага, миньон, а эта коробка-то не ломается. Она из золота, я не могу ее ничем сломать. Ха-ха-ха, ее можно сломать только киркой. А, слушайте, так. О, я ключ нашел, я нашел ключ. Он его вот сюда спрятал, в этом фонтане. Вот ключик. Так, отлично, ключ у нас есть. Давайте попробуем открыть сундук. И здесь кирка, топор и какая-то штука фиолетовая. Это что такое? Давайте попробуем ей сломать вот эти золотые коробки. Так, о, ломает, ребята, эта штука ломает стены, ничего себе, смотрите. Я могу просто стрелять и ломать стены. А там внутри сидит, смотрите, кто это, миньон заключенный. Это ваш друг, миньоны? Ну да, он нам ничего не виноват, его просто подставили, он добрый на самом деле. А, тебя подставили, тебя ни за что посадили в тюрьму? Ничего себе! Ну ладно, ты можешь быть свободен. Вот, я все золотые штуки убрал, выбирайся. Ну, тут еще три коробки, давайте посмотрим, кто там. Так, открываем. Здесь еще один миньон. Это у нас врач. Да, миньон-доктор, здравствуйте. Ой, привет, Зомбак.
А я женщина, спасибо большое, что спас меня. Да, это отлично, я рад помочь, конечно же. А мы, ну-ка, давайте дальше посмотрим, что здесь. О, мне кажется, ребят, угадайте, что это за миньон? Напишите в комментариях, какой это миньон. Мне кажется, это миньон полицейский. Да, друзья, смотрите, какой у него костюмчик. Это ж полицейский, здрасте. Да, привет, собак. Ха, вот это я не ожидал, что ты нас спасешь. Конечно, как это не ожидали, я всегда рад прийти на помощь, но у нас еще четвертая коробочка, а там кто находится, откроем, давайте посмотрим, о, это мама миньонов, смотрите, да, здрасте, выходите давайте оттуда, ладно, миньончики, все, я всех спас, я, наверное, пойду дальше, удачи вам, как их тут много, круто, погнали в портал. Так, где это мы, о, Майки, привет. Зомбак, вытаскивай меня давай. Пожалуйста, ой, спасибо. Слушай, Джей-Джей тоже в беде, нужно его спасать. Конечно, но мне кажется, он где-то там, в самом конце, там много монстров. Пойдем, Майки, давай, пошли со мной. Давай мы вместе отправимся в путешествие и попробуем спасти твоего друга Джей-Джея. Так, о, что за лазеры, а как мне отсюда пробраться? Стой, у меня была вот такая штука, может она поможет сломать эту? Так, опа, я могу лазеры обезвредить, смотри. Так, давай попробуем сейчас. О, вода, у меня же еще была вода. Мы сейчас разольем просто и смоем всю эту паутину. Вот это я гений, да, Майки? Это круто реально, у нас реально все получится. Так, давай попробуем сейчас вот здесь тоже водичкой все залить, чтобы всю паутину снесло. Ой, так, что за гигантский камень плывет? Вы что там происходит, ребята? А, смотрите, это гнев, только он злой, Экзи-монстр. И он кидается какими-то камнями, метеоритами. Майки, нам опасно туда идти. Но я думаю, что мы сможем его одолеть, сейчас прицелимся в него. На тебе, вот так, получу гнев. Надо, ребята, уничтожить. А, ты чё, метеоритами своими кидаешься? Сейчас мы его остановим и попробуем спасти твоего друга Джей-Джея. Так, сперва вот этот лазер уберем, потом... А я могу же этой штукой... А, нет, она насквозь пролетает. Так, разольем здесь водичку, и она сейчас смоет просто всю эту паутину. Отлично, пробираемся дальше, Майки. А, ты идешь за мной, отлично, я уже думал, тебя потерял. Ой, еще один, смотрите, это... как его, Билл Шифр, да, что он тут делает вообще? Мне надо как-то лазер вот этот сломать, отлично, лазер обезврежен, а, своими метеоритами кидаешься, да? Чем ты так делаешь, Билл Шифр, а? Ой, что это такое, я на секунду ослеп, Майки, не подходи сюда, если в меня попадает метеорит, я реально слепный, я ничего не вижу, хватит кидаться, какой-то страшный, ужасный, уйди, так, надо его одолеть, а, я опять ослеп, ребята, надо уничтожить его. Фух, Майки, ты там идешь? Давайте вот здесь стену проломаем, чтобы Майки мог насквозь пройти. Так, вот здесь вот это тоже надо сломать. Все, Майки, пошли. Так, давайте попробуем вот это расчистить. Скорее всего, где-то там уже находится Джей-Джей. Нам нужно его срочно спасать. Так, отлично, паутину мы все убрали. И здесь еще и тревожность из головоломки. У нее тоже такие метеориты. И че? А, да, тоже меня полностью слепит. Ничего себе, ну вы, конечно, придумали. А как мне вас так уничтожить? Майки, уйди! Так, все, Майки, пока сюда не подошел, это хорошо. Так, надо его тоже победить как-то. Во! Отлично, главное его метеориты не попасться. Джей-Джей, ты тут? О, привет, спаси меня, зомбак, вытащи отсюда. Конечно, но рычага у меня нет, чтобы открыть эту дверь. А эта золотая дверь закрыта. Я попробую найти другой выход, ладно? Так, мы сейчас сперва уберем вот этот лазер. Джей-Джей, ты где там? Ага, все, погнали, смотри, я Майки нашел только... Ой, точнее Майки, вот, я Джей-Джей нашел, только его еще невозможно достать. Мы сейчас придумаем другой план. О, там какая-то вода, ребят, смотрите, тут какой-то спуск. Майки, стой, жди здесь, ладно, хорошо, сейчас я приду. Так, что здесь за проход? Я какой-то секретный подземелье подземный нашел. А, отсюда можно попасть к Джей-Джею. Да, привет. Давай я сейчас проломлю здесь вот стену, открою, и все, мы на свободе, Джей-Джей. Ой, спасибо, зомбак, классно. Да, отлично, мы, кстати, вместе с Майки с тобой пришли, вон он нас ждет, смотри, идем сюда, вот он, все, вы свободны. Спасибо, зомбак, ой, что бы мы без тебя делали, да, мы бы никогда отсюда не выбрались. Да, конечно, ну я рад помочь, ладно, друзья, давайте, я, наверное, вот здесь стену сломаем, и, ох, я портал сломал, мне срочно надо идти дальше, давайте, удачи вам. Что здесь на той стороне, о, гигантский, это что, стингер, что происходит?
Стоп, подождите-ка, это Влад А4? Что она, что тут случилось? Привет, маленькая ТВ-вумен, спикер-вумен. Привет, да, зомбак, все плохо. Влад А4 побили вот эти монстры. У него закончились все жизненные силы. Ему нужно собрать все эти сердечки и подарить ему жизнь. Чего? Ладно, хорошо, мы оживим Влада 4, ребят, мы ему поможем. Сперва надо уничтожить вот этого гигантского стингера. О, что за сундук? Джетпак! Так, это нам поможет. Давайте мы его примем. Так, отлично, я надел джетпак и могу теперь летать, ребята. У-ху! Смотрите, залетаем на ракете. Давайте попробуем сейчас победить вот этого гигантского стингера и собрать все сердечки для Влада 4. Ему нужно помочь, его нужно оживить. Так, заберемся вот сюда. Заберем одно из сердечек, отлично. И возьмем пушки. На, получай, стингер, что там летаешь, да? Это ты, да, победил Влада 4? Да как ты мог, он же добрый и хороший. Так, мы сейчас, наверное, я не знаю, из какой пушки его стрелять, он слишком силен, он летает вон. О, но мы смогли, мы победили его. Отлично, собираем дальше, друзья, все сердечки, вот эти все надо забрать, они нам все абсолютно понадобятся для Влада 4. Да, вы видите, ребят, ну ему плохо, его срочно нужно вылечить. Так, мы сейчас должны, вот там еще много сердечек, надо все пособирать. И надо спасти Влада, друзья, поставьте лайк, чтобы мы смогли оживить Влада 4, да, надо ему жизнь дать, и обязательно, кстати, напишите в комментариях, любите ли вы канал Влада 4, подписаны ли вы на его канал. Вот, все, я вроде как все сердечки собрал, да, все сердечки, 11 штук у меня, все, ТВ-вумен, давайте я вот сюда тогда заберем Влада, отлично, ставим его вот сюда, закидываем. Так, я промазал, так, вот сюда закидываем, да как? А как туда закинуть? Это же воронка, ребят, надо в нее попасть, и тогда Влад А4 исцелится. Да я не могу туда попасть, она не попадается. Что такое? Давайте вот сюда повыше встанем, угу, и вот сюда скинем, так. Отлично, все, воронка поймала, и сердечки все тоже туда закидываем, друзья, все-все-все сердечки. Отлично, ага, еще несколько сердечек не поймал, он две штуки осталось. Так, вот сюда и вот сюда. Все, все сердечки он принял. И теперь смотрим, ребятам. Ставим сюда Влада 4. И он исцелен, отлично. О, зомбак, это ты что ли? А я тут видео снимал с ТВ-вумен и спикер-вумен. А тут на меня какой-то стингер напал и побил меня. А что со мной стало? Ты меня вылечил? Ну да, не благодари, мы вместе справились, я дал тебе новую жизнь, отлично. Ладно, удачи вам в новых видосах, снимай крутые ролики, а я отправлюсь дальше в портал. Ого, какой гигантский хаги-ваги, чё в меня свиньёй кидаешься, ты что делаешь? Эй, на, получи, ребята, он очень огромный. О, зомбак, ты пришел ко мне, я твой самый главный враг, и страх твоей ночи, я тебя съем, ха-ха-ха. Нет, Хаги-Ваги хочет меня съесть, друзья, что с ним сделать, как его победить, что за сундук? О, бур, ребята, с этой штукой мы можем копать здесь все алмазы. Так, это, конечно, хорошо, но здесь в алмазах ничего нету. Давайте попробуем вот здесь скопать. Так, может, что-нибудь интересное? Найдем, я сундук нашел, ребят. Отстань, Хаги-Ваги, не надо. Я нашел сундук, и там какой-то ТНТ. Ребят, это динамит. Может, мы попробуем динамитом в него кинуть? Ну-ка, давай попробуем, ребята. Вот он в меня свиньями кидается. На! О, я умею кидать динамиты, смотри. На тебе, лови, Хаги-Ваги. Сейчас я тебя бабахну. Мы сейчас его победим. На, получай, Хаги-Ваги. Так, он еще и уползает, он по стенам ползать умеет. Че думаешь, я тебя не уничтожу? Нет, тебе меня не одолеть, зомбак. Я бессмертен. Нет, мы тебя сможем одолеть. Ой, он меня поймал, чуть не съел меня. Я смогу тебя уничтожить, Хаги-Ваги. Да, получилось, друзья, мы справились с ним. Хаги-Ваги побежден. Погнали в портал. Возвращаемся обратно. Вот такое супер интереснейшее видео у нас сегодня получилось. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях, всех ли мы увидели или кого-то не встретили. С вами был Зомбак, и до новых встреч. Всем пока.